снова печальные новости. На 54-м году жизни умер российский актер театра и кино Георгий Николаев. Тело артиста было обнаружено родственниками в его московской квартире. Георгий Николаев родом из Петрозаводска, но последние несколько лет жил в Москве, где активно снимался. Родственники забили тревогу, когда актер перестал выходить на связь. Они приехали в квартиру Георгия и нашли его бездыханное тело. Об этом сообщил друг Николаева Анатолий Краснопивцев. Когда случилась эта трагедия, тоже пока неизвестно, семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске, рассказал он. Отметим, что Николаев 23 года служил в Карельском драмтеатре. В 2016-м его стали приглашать в кино. Дебютом стала работа в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Затем его стали звать и в другие проекты, такие как «Невский», «Девушки с Макаровым» и другие. В 2019-м Георгий вошел в труппу Московского областного государственного ТЮЗа. В 2023-м принимал участие в популярном шоу «Дом отдыха Ягодка», которое выходило на телеканале «Пятница». Светлая память артисту.